Английский язык для малышей. Страница 49. Lesson 11. Урок 11. Are you? Ты являешься? Yes, I am. Да. No, I am not. Нет. Parents. Родители. My name is Kate. I am a doctor. Are you a doctor? Меня зовут Катя. Я врач. Ты врач? Yes, I am. I am a doctor. Да, я врач. My name is Marina. I am a teacher. Are you a teacher? Меня зовут Марина. Я учительница. Вы учитель? No, I am not. I am an engineer. Нет, я инженер. Страница 50. Are you a driver? Вы водитель? No, I'm not. I am a salesman. Нет, я продавец. Are you a pensioner? Ты пенсионерка? Yes, I am. I am a pensioner. Да, я пенсионерка. Are you a postman? Ты почтальон? No, I'm not. I am a painter. Нет, я художник. Страница 51. Are you a builder? Ты строитель? No, I'm not. I'm a worker. Нет, я рабочий. Are you a military man? Ты военный? Yes, I am. I am a military man. Да, я военный. Is she a doctor? Она врач? Yes, she is. Да. No, she isn't. Нет. Is she a teacher? Она учительница? Yes, she is. She is a teacher. Да, она учительница. Страница 52. Is he a driver? Он водитель? No, he isn't. He is a fireman. Нет, он пожарный. Is he a pilot? Он летчик? Yes, he is. He is a pilot. Да, он летчик. Is she a pensioner? Она пенсионерка? No, she isn't. She is an actress. Нет, она актриса. Страница 53. Is she a? Is she a? Is he a? Is he a? Is he a? Is he a? Страница 54. This is my mother. Her name is Olga Petrovna. She is a teacher. She is young. She is nice. Это моя мама. Ее зовут Ольга Петровна. Она учительница. Она молодая. Она красивая. This is my father. His name is Денис Иванович. He is a military man. He is very clever. Это мой папа. Его зовут Денис Иванович. Он военный. Он очень умный. They are my parents. Они мои родители. Произноси правильно. Согласно буква А читается как Р перед гласной буквой, а во всех остальных случаях вообще не читается. А согласно буква Q читается как звукосочетание КВ. Страница 55. Lesson 12. Урок 12. What would you like to be? Кем бы ты хотел стать?
I'd like to be. Я хотел бы стать. Would you like to be? Ты хотел бы стать. Would you like to be a doctor? Ты хотел бы стать врачом. Yes, I would. No, I wouldn't. Would you like to be a doctor? Ты хотел бы стать врачом? No. What would you like to be? Кем бы ты хотела стать? I would like to be an actress. Я хотела бы стать актрисой. Страница 56. Would you like to be a fireman? Ты хотел бы стать пожарником? Yes, I would like to be a fireman. Да, я хотел бы стать пожарником. What would you like to be? Кем бы ты хотел стать? I would like to be a doctor. Я хотел бы стать врачом. Would you like to be a worker? Ты хотел бы стать рабочим? No, I would like to be a student. Нет, я хотел бы стать студентом. What would you like to be? Кем бы ты хотел стать? I would like to be a military man. Я хотел бы стать военным. Страница 57. Согласно буква «С» читается как «С» в начале слов перед согласной буквой и в конце слов после глухих звуков, как «З» в конце слова после гласных и звонких согласных, а также между гласными.